6 часов утра температура воздуха в Якутске была минус 31 градус, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 29, минус 31 градус. В центральных улусах 6 часов утра температура воздуха была минус 35, минус 34, в Заречье минус 37, минус 30, в южных улусах минус 28, минус 27, в Люльской группе улусов минус 43, минус 40 градусов. В Нижнеленске минус 36, в западных улусах 39-38 градусов ниже нуля, в Колыматигирской группе улусов минус 42, минус 26, в Янске минус 43, минус 30 и на северо-западе минус 44, минус 32 градуса.